Приветствую вас на канале Wave. Здесь мы говорим о трейдинге и инвестициях, а также даем профессиональную аналитику, которая поможет вам получать отличные результаты в своей торговле. Упадет цена или поднимется? Где войти и выйти из позиции? В этом видео вы абсолютно бесплатно узнаете все это, а также увидите, как работают уникальные торговые стратегии, аналогов которым нет на рынке. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Сегодня мы с вами рассмотрим криптовалюту Дент. Разберем рыночную ситуацию и узнаем, как на этом можно заработать. Давайте начнем. Мы всегда начинаем свой анализ с глобального взгляда на рынок, поэтому давайте откроем месячный таймфрейм. На нем видны все основные направления тренда и ситуацию, которая сформировалась по инструменту. Мы построили разметку лучей с помощью линии индикатора Z Wave Helper. Они показывают глобальное направление цены актива, зоны поддержки и сопротивления. Далее мы расскажем о них более подробнее. Теперь перейдем на месячный таймфрейм и посмотрим, что происходит на нем. Нужно сразу сказать, что вся аналитика в этом видео основана на премиум-версии торгового индикатора ZVIFT. Он доступен по подписке в трех вариантах. Версия Pro с минимальными настройками подойдет для начинающих. Мастер с настройками своих стратегий дополнит инструментарий для большинства трейдеров. И самая мощная версия премиум, которая создана для профессиональных инвесторов и трейдеров. Давайте откроем недельный таймфрейм. Здесь мы рассмотрим уникальную стратегию нашего индикатора. Она показывает серьезные просадки в цене актива и дает сигналы в тот момент, когда цена имеет большое отклонение. Голубая область на графике показывает средний ценовой диапазон актива. Сигналы даются, когда цена опускается ниже или поднимается выше этой области, а значит можно войти в актив с максимальным дисконтом. Вам нужно лишь дождаться сигнала от индикатора и открыть позицию. Область формируется только в графике более 250 свечей, поэтому если это фьючерсный контракт или другой новый актив, возможно, на недельном графике этой области еще не будет видно. Мы поговорим о ней на других таймфреймах. Откроем недельный график и разберемся. Индикатор нам присылает 6 видов торговых сигналов по стратегии. Покупка, продажа, а также выходы из позиций long, short и take profit. Подробнее о каждом из них вы можете узнать, посмотрев обучающее видео по работе с индикатором, которое доступно в отдельном плейлисте на нашем канале. На этом мы сейчас не будем останавливаться и перейдем к аналитике. Следующий график, который мы откроем, это дневной. Стратегия, что мы рассматриваем, так же как и недельная, показывает суперсигналы при больших просадках актива. Торговые сигналы вне голубой области говорят о самых выгодных точках входа в актив. Взгляните на построенные лучи Ганна и как они выступают важнейшими линиями поддержки и сопротивления абсолютно на всех временных интервалах. Здесь мы видим, как цена движется в направлении этой разметки. С помощью пересечения лучей можно очень четко определить точки разворота, а получив сигнал от индикатора, войти в отличные сделки. Теперь начинается самое интересное. Это – дневная стратегия, которая максимально информативно нам дает мощные торговые сигналы. Кроме этого, как вы уже могли заметить, индикатор отображает на графике VSA паттерны, отмечая их треугольниками разного цвета. VSA сигналы – это уникальные паттерны, найденные с помощью многолетней работы в трейдинге и работы искусственного интеллекта. С их помощью вы будете в курсе того, какие настроения преобладают у крупных игроков рынка и каковы их намерения относительно актива. О VSA вы также можете узнать подробно на нашем сайте, а мы перейдем к аналитике сигналов. Последний сигнал на покупку по этой стратегии был дан 21 января. Цена актива на момент входа в сделку составила 0,001062. Наши цели по этой сделке следующие. Take profit выставляем на 0.0021 и стоп-лосс ордер на 0.0009. На данный момент цена актива ушла немного ниже от точки входа индикатора, а такое случается довольно часто после того, как предыдущая сделка закрыта в плюс 100 и 0%. Это говорит нам о том, что сейчас условия для входа в лонг стали даже более выгодными, чем по сигналу. А значит можно войти в позицию с хорошим дисконтом. И если мы посмотрим немного назад, то что мы наблюдаем? Хоть первоначально был выход по небольшому стопу, последний торговый сигнал, что дал индикатор, принес нам 100% прибыли к капиталу. И самое важное, что хочется еще отметить, это что цена последнего входа в позицию ниже предыдущего выхода, а это практически всегда говорит о том, что сигнал будет иметь право.